Меня зовут Ирина Терехина, я активистка движения «Весна», и сегодня у нас прошла акция в память о погибших мирных жителях в Украине. Мы выложили более 8 тысяч уточек, которые символизируют одного погибшего жителя мирного. Это мы опираемся на оценки ООН, которые последнее обновление было, они выкладывают постоянно, последнее обновление было 21 февраля. Вот, и это только подтвержденные данные, то есть это минимум жертв, которые сейчас возможно установить. К сожалению, из-за продолжения военных действий мы не можем сказать, сколько точно погибло людей, но мы хотели показать, что даже вот эта минимальная оценка, она ужасающая. То есть собрать 8 тысяч, чтобы понять и ощутить, что вот каждый человек, вот каждая уточка — это один человек, потому что цифра, ее сложно представить. Вот, поэтому мы собрали 8 тысяч уточек и выложили их в виде свечи в память погибшим мирным жителям в Украине и вообще как символ всем погибшим, и также и военным, и мобилизованным. Вот. Почему уточка? Отдельно могу рассказать. Потому что есть украинская народная траурная песня, это «Пливи кача по Тесіні», и она исполнялась во время Майдана, как реквием по погибшей Небесной Сотне. Вот, и поэтому мы избрали именно такой символ, вот, и показывает, как бы эта уточка переход в потусторонний мир. Вот.